изучая. Причем надписи сделаны как раз в латинском именно. Видишь, и окончание на и. Это вот как раз в их написании древнем. И у нас тоже на и заканчивается, видишь? Балты, вон балты. И как-то так вот вдохновляет, что ли, это мягкий материал, вырезаешь из него. Ну, плюс макет, вот там Древний Рим. Да, вы без дела не сидите. Ну, это то, что здесь осталось. А так, ну, мне нравится еще распечатывать. У меня постоянно распечатанные какие-то с мероприятий. Угу. Вон, видишь, тоже спиноплекс для здания сделал. Стих сочинил сам. Угу. Вот она будет на новом здании, да, висеть. Это вот как раз из... Что-то мне помогают студентки, естественно, вырезать, подписывать... Это вот с младшей группы. У меня есть еще младшая группа, но ее ведет мой преподаватель. То есть у меня есть еще преподаватель, который мне помогает. Это с палеонтологами, с которыми я общаюсь. Они откапывают динозавров здесь, в России, что интересно. И по их схемам мы лепим таких динозавров. И когда они повзрослеют, они перейдут к тем моим 7 старшим ученикам, не локонским. Можно, да? Угу. Это ихтиозавр. Вот это? Да, офтальмозавр он еще называется. Вот. И с ними мы постоянно творим что-то интересное. Не типичное какое-то такое, не в академическом стиле, хоть... Вот как там я портреты раньше рисовал, такие вот на заказ. Сейчас я пытаюсь найти собственный стиль. Это вот как вот эта картина, например, со стихами. Ну, с моими стихами. Пастелевые графики такой. Вот сейчас я хочу продолжить вот эту линейку картин. И, собственно, продолжил. Там у меня в видеозаписях есть. Вызывают на какой-нибудь фестиваль. И я там рисую с натуры... В такой вот... Это в таком вот... Да, есть даже видео. Картина давнешняя, конечно, но даже видео сохранилось хорошо. Ну да, с душой так. Это вот одна из первых картин, она мне так... Мне нравится какой-то ее такой... взгляд. И волосы. Как он идет за горбом. Да, так она и есть. Что-то такое древнегреческое. Мне всегда это нравилось. Потом вот эти вот корабли. Это с античных греко-римских мозаик. Это Пинтера, например. Это вот Децерема, Трирема римская. Всякие тут либурники. Ну, это подкласс. Как бы либурная, а вот Пинтера, это от слова 5 человек там на весло. Там такая своя система. Вот. Децерема это, соответственно, 10. Два ряда это 5 на 5 человек. Дец это 10. И получается, как бы 5 плюс 5 10. Вот. Вот это вот, например, доска на здание, которое строится новое. Новый дворец культуры строится. И там будут размещены мои работы. Здесь, в районе. Вот. И ну, там тоже стих просто на коленках сочинил и в таком советском стиле сделал по. Директор в восторге, ну, то есть мой покровитель. И вот всякие там фильмы снимают. Кариатиды, да. Можно? Да. Так, вот это вот, наверное, нужно заново приклеить. Это просто, на самом деле, подсвечник, просто столбики для подсвечников. Ну, они сделаны вот в таком стиле, что ли. Они бились, конечно, уже 10 раз. Вот эти солярные лучи над головой, они уже там покоцались немного. Как вот флейтист, это глина, вот, правда, вот это местная, видишь, она не очень пригодна для...
Мне печку подарили, даже печь для обжига. Что здорово. И там я обжигаю. Вот это я в школе в 11 классе еще делал. Ну, там есть и современные, конечно, портреты. Вот этих вот эти портреты. Видишь, скульптуры там, да? Это женщина? Портрет, да, да, да. Ага. Да, вы человек искусства. Яна. Вот там гладиаторы. То есть я еще делаю реплики с античной какие-то. Вот мне нравятся античные, неказистые такие. Ну, как бы, такие, как будто бы детские, но такие они вот вроде как и примитивные такие, римские. Маленькие терракотовые вативные фигурки. И вот с них для меня начался как-то такой собственный, что ли, стиль вот этой лепки. Кому-то он кажется такой вот простоватый, но мне нравится вот какая-то такая, с одной стороны, детская непосредственность вроде. То есть там вот эти фигурки. Но это работает на меня в том плане, что мамы приходят, видят это все и хотят, что... Вот у вас так это интересно как-то представлено. И мои там дети, там внуки это могут потянуть. И как бы вот они приходят ко мне. Я выбираю не как в локоне там, ну почти всех приходилось там брать. А тут я выбираю одного из пятерых только. То есть вот с окраин вот эти дома новые строят. И приходит большой поток людей. Просто вот... И ты уже можешь выбирать, и попадаются такие гении иногда там. Но сам девчонки, конечно, более старательные. Парни так, по большей части. Но есть тоже уникумы там. А девчонки все так старательно делают. Прям аж так это мило все очень. Вот, например, флагманский корабль Клеопатры с Марком Антония. Антониада назывался. При акциуме сражение, когда Марк Антоний с Клеопатрой в морском сражении, вот они, значит, на таких кораблях сражались, потерпели поражение, и после этого она, значит, себе змею приложила. Вот как раз после этого случая. И мы делаем такие вот, раскладываем, это только одна планшетка, раскладываем. И приходят дяденьки даже, они мне помогают что-то делать, взрослые мужчины, которые уже замужем, женаты. И они тоже там мне помогают что-то делать, огромный такой вот эльфийский водопад с водяной машиной мы сделали. Там все так это прямо в администрация. Я же для них незнакомый был человек, я пошел, я, значит, шел мусор выкидывать и познакомился... с женщиной, она в музыкальную школу ушла, и она мне объяснила, что там да как. Я оставил визитку, и там меня, значит, эту визитку увидел директор, как раз в этот момент понадобился ему как бы человек, который бы в мире искусства мог бы вот прямо и выставляться, и вообще проявлять себя на 100% как художник. Вот. Но даже такие таблички готовы. Улица, мое имя, значит, прибить туда вот, улицу переименовать, значит. Говорю, а чего улица? Давайте весь пункт тогда в мое имя. Это так забавно, ну я же хожу еще, у меня этот цилиндр такой. Это раньше я как-то так вот, ну и жарко сейчас ходить. А так вот у меня там этот пояс, я так и хожу, вот как там на фотографии. Останавливают, фотографируют там. Кто-то и по имени даже знает, что приятно. По имени говорит, вот. Там мужчины тоже останавливают, говорит. А всем так. Интересно выглядели. А вот студентки собрали корабль. Последний вот год. Черная жемчужина. Потом. Это все копии с археологических раскопок, потому что я еще общаюсь с археологами, которые откапывают какие-то древнеримские, древнегреческие. Вот. Ну, просто копии делаю. Нравится мне такое. Они все раскрашивали в цвете обязательно. Кожаные. Да. Прикольно. Жарко. Вкусно. Вот. Рисунки. Ну, рисунки удобнее